Ага, попались. Здорово, здорово. Рад всех приветствовать. Здрасте, здрасте. Здрасте всем. Кто нас смотрит или смотрит в записи? Ой, давай на потише сделать эту музыку. Специально не стал заходить, потому что всякие вопросы о постоянном онлайне. Смотри, сколько сейчас вечером... Ну что у нас сегодня за неделя вообще? Понедельник вечер. 7 серверов со средней нагрузкой. Это, ну, реально редкое явление, что вот прям настолько. Я так понимаю, сейчас онлайном, ну, прайм время, видать. Всякие разломы, всякое МСПВП, все происходит. Это, поэтому сейчас онлайн прям есть. Днем, утром, ночью, конечно, серва 3 максимум обычно со средней, бывает даже ниже. Наша потрясающая гномочка. Гномочка, значит. Здорово, няка, здорово, здорово. Вечерок добрый. Сегодня немножечко опоздал. Так скажем, по техническим обстоятельствам. Вот. Со светом разбирался. О, жара у нас сумасшедшая просто, конечно. Сегодня было 34-35. Следующий, по-моему, через дня 3-4 уже будет, наконец-то, похолодание. Это юг Украины. Там что-то северо надвигается. Блин. Честно говоря, пора бы уже. Честно говоря, пора бы, да и сколько ж можно. Жара, конечно, классная для отдыха или что-то еще, но если вы работаете, работаете в жару, это ужасно. И сегодня башка болит, короче, все вместе, вот это вот, ну, второй день приятный, да. Значит, что, перс прокачиваем? Прокачиваем. Сегодня, поскольку понедельник, уже обновились квесты боевого пропуска. Этим мы сегодня наверняка займемся. Это что такое? Зернышко для урожайности. Ну, как бы чего от халявы отказываться? Я не понимаю, что это такое, но пускай будет, правильно? Правильно, правильно. Спасибо большое, мистер Дермессер, за фолов. Добро пожаловать. К сожалению, все еще большое оповещение не работает. Я не понимаю, что с этим Donation Alerts происходит. Ну, какие-то несусветные технологии. Дали кирку написать по календарику. Забахала себе бижу, ой-ой-ой. Боевая цаца теперь. Шо, пойдем сегодня бить мобов где-нибудь там, где мы еще их не били. Где-нибудь, где несложное, может быть, попробуем сокрытку. А может, вообще пойдем в этот, в сады матери. Мне кажется, жестко будет, жестко. Можно еще продвинуть немножко сюжетную линию. Попытаться, очков работы довольно много. Я еще банки все себе пока что сохраняю на будущее. Наверняка пригодятся. Так, гильдия. Сколько еще? Блядь, день. Еще день без плаща. Минимум день. Наверное, даже два. Там, возможно, даже квестов надо теперь больше сделать на чертов плащ. Плащ очень хочется. Поскольку я милишник, с двуручки, типа, двуручку апнул. Первая эпоха уже урона. Пиздец. 1000. Ну, опять же, пиздец для кого? Играю сколько? Неделю получается? Ну да. 8 дней назад ровно был мой марафон, так что не, считай неделю. Нормально. Потихоньку, никуда дико не торопимся, помаленьку. Все есть. С корзины предметиков много всего. О, кстати, поскольку я в Оше, здесь можно сдать в сратые кошелечки. В смысле, мне не хватает кошелечки. Не кошелечки, а резные сундучки со всякой всячиной. Ах ты какой, блядь. А я же за кошелечки как делаю, помню. Может, еще раз возьмем? Не, то же самое. Короче, понятно. Нет у меня. Я думал, он за кошелечки. И дали бы еще один вот такой вот вексель совета. Из него, как выяснилось, делаются всякие интересные вещи. Здесь, по-моему? Нет, не здесь. А у кого-то какого-то неписи делаются. Тебя? Женщина. Что это у нее такое? Не то, не то. Все мимо, мимо. Помню, графон обещали. Графон? В Аркейджу. Но там был какой-то патчик, я читал, да. Там чуть-чуть подтянули. Что там, белый лес там что-то подтянули. Что-то еще всякие эффекты подтянули, но нет. Аркейдж уже не про графику. Ну, все-таки, в самом деле. 21-й год. Какая графика? Не, она как бы в сравнении с каким-то Айоном, может быть, там, Террой, вполне себе живенькая. Плюс сейчас на экране не максимальные настройки. Будем честны, у меня на них почему-то подлагивает. Хотя вообще не должно, но... CryEngine 3 DD это себе знать. Так, что я... А тут точно где-то был непись. Специализированный под всякое говно.
Вот это, наверное, да? Мастерская. Смотри, смотри, смотри. Нет. Нет. Подожди, а у кого? Наверное, неписи не везде стоят, у которых можно это крафтить. Я тебе это так понимаю. Ну да. Ну да ладно. Ладно, ладно, ничего страшного. Дракон. Со скольки? С 5000. У меня 4600. Сука, хочу на дракона сходить. 5000. Набьем сегодня 5000? Навряд ли. У тебя приватный сервер? Нет, видишь, есть игрок, например. Есть вот игрок стоит, нас уже двое как минимум. Ну, он в белом листе, поэтому он смог зайти, конечно. Ну, это резонные шутки, правда, про это все дело. Людей на любых локациях, кроме города и там прайм-ивентов, очень мало. Все на фермах, возят паки, что-то еще, вот таким всем занимаются. Так трудно кого-то встретить. Либо находятся в высокоуровневых, но я там не был. Я еще маленький, казалось бы, да, но все равно. Вот, смотри, значит, стоят АФКшат, ребята. Культурно отдыхают. Давай бабчик возьмем. Меня ждет, у меня нет больше. Ля, какая цаца. Ты что у нее с бровями? Бедолага. А так сервер, да, практически приватный. Кракен называется, можете пойти да посмотреть. Как там, что дела обстоят. Ё-моё, опять эти полуголые женщины. Причем они везде, смотри, раз, два. Слушай, мне без крыльев больше нравится, честно говоря. Потому что, ну, если так, то вот это вот, как бы такая-то... поуважительней, чтобы, да? Вот данная шаламандра смотрится как будто из магазина каких-то хэллоуинских приколов. Вот это более знатная такая еще. Все трясется, все анимировано, ну естественно, корейская игра. Чтобы грудь была не анимирована, с ума сошли. С ума сошли. Я играл даже в BNS, который не Blood and Soul, а Blood and Soul, которая очень старая игра. И там тоже все грамотно, все тряслось, поэтому... Что-что, эти анимации будут проработаны лучше, чем все остальное. Я вас уверяю, в любой игре практически. Как так? Так. Что я хотел сделать? Кто-то помнит? Я нет. Нам необходимо с вами сегодня сделать вот эти все... Они, да, все квесты Battle Pass. 50 тысяч опыта, 1000 ремесленной репутации, 50 монстров. Вообще легко. Вообще. Зачем тогда полетел сюда? Непонятно. Непонятно, но... Что-то бить монстров. Сейчас же обновились все квесты. Ну, еженедельные квесты. Пока тут мод самый хороший в БНС. Может, еще хотите его или нет. Думаешь, для Арчаги есть нут-мод? Насколько я знаю, любое вторжение файлов сюда, как и в финалку, очень не нравится разработчику и, судя по всему, издателю тоже. У меня даже с автобернером игра не захотела запускаться открытым, понимаешь? Насколько всякие открытые приложения, тем более внедрение файлов, могут помешать всему этому делу. Хотя, наверняка, если как-то аккуратно пробовать, возможно, и получится. Вернее, пробовать. Ну, тоже верно. Чего добру зря пропадать, да? Идем на сверкашку. Что-то мне продалось, видать. Сейчас пойдем побьем там мопцов, как раз для квеста, который еженедельный. Пока, конечно, ну, мне трудно судить о каком-то хай-контенте. Я, поскольку бомж, 4600, играю неделю. Но при этом, скорее всего, все, к чему сводится, это еженедельные и ежедневные квесты. Куча различных активностей внутриигровых, потому что, ну, это не раз-два в день тебе там... Туда пройти, туда придут, их очень много, всех ежедневных активностей, их прям очень много. И в принципе, может, аренки еще сверху, и какой-нибудь способ заработка, у каждого он свой там. Либо ремесло определенное, либо поковозка, может, это кто-то хотел выращивать. Я все смотрел на пугало на севере. Раньше, можно было ставить где хочешь, и была дикая драка за пеньки, за минеральную воду, или как там, какую-то вот там... газированную, не знаю, честно говоря. Вот. Сейчас, как оказалось, нельзя на севере вообще ничего ставить. По крайней мере, на, скажем, приграничных с водой, прибрежных локациях ничего ставить нельзя. Там только замки. А возить через пол материка, честно говоря, никакого удовольствия у меня от этого не... Опа, тут ёбка. Это коты. Всего доброго.
Это какой-то пост, да? Вот этот патруль стоит, походу. Я хер знает. Патрульные, как на въезд в Крым, стоят, не пропускают. Вообще-то можно. Слушай, я бегал в Сальфимар и Сангимар. Где здесь ставить? Скажи, пожалуйста. Возможно, я что-то неправильно понял. Я, ну... Бездну глянь. Бездна-то да, но бездна уже не вот эти приграничные, понимаешь? Бездна и солнышко, да, там можно, но... Это же в жопе. Это же в жопе. Опа, гоп-стоп, мы подошли из-за моста. Да-да-да-да-да. Вот а вы как думали, лот продан, сколько? 25, приятно. Это я купил гарпунный катер в Мираже, думаю, ой, сделаем с вами хоть какой-то корабль, а потом такой бац, в награды за боевой пропуск. Хуяк, гарпунный катер. Добрый вечер. На следующем причем уровне он будет. Сейчас будет война, мне скорее всего будут тут душить. С другой стороны, давай что-нибудь человое поставлю на фон. Так, нет, о. Все, балдеем, значит. Сейчас откисаем на мопчиках чуть-чуть. Сейчас драка не за пеньки, а за паки навесов. Не, ну это вроде очень серьезная прибыль, насколько я знаю. Они что-то еще могут как-то прокнуть знатно. Я какой-то почнов читал. Акторку Сальфимара. Да-да-да-да-да. Но пока бегал вот там вот, пеньки все еще все добывают. В солнечке и в бездне очень у многих стоят джиоды. Поэтому, в принципе, все еще актуально. Блять, тоже красные, да. Сколько, сколько, ребята, жесткие? 15 тысяч, до свидания, блять. Угу. А, понял. Угу. Это не то, одеем вообще инвиз. 6, я забыл. Так, здравствуйте, мне бы квестик, конечно. Мне бы квестик, вот этот, пожалуйста. И пойдем. У нас в сады можно, в принципе, еще сходить. Как выяснилось, мы даже вдвоем тянем сады с хилочкой. Что, на самом деле, было удивительно для нас. Думаю, для многих, кто это видел. Но сады на низком можно ходить. По-моему, мы вайпнулись два раза на зверя, но... Это разве проблема? Это разве вообще не проблема? С кем не бывает, но подскользнулись. Так, мобы, что у меня? Раскол такой... Тут у меня все нормально. Баф оставляю максимальный, чтобы сейчас с максимальной скоростью фармить. Значит, 150 мобов надо убить. Ага, там уже кто-то... Кто-то фармит уже мобов. Так, пет нужен на автолут. Сейчас заодно будем делать так вот потихоньку еще и квесты Battle Pass. Потому что, честно говоря, пока не делать их, ни единого смысла не вижу. Очень хорошая вещь. Кожуркина, фулл хп. Ну да, ну там, знаете ли, бывает такое, бывает. Сейчас времена такие. Не просто выживать, говорят. Как у вас дела, уважаемые в чате? Может, там хоть погодка получше? Хотя жара как бы классная погода, просто не всегда удобная. Хера они меня пробивают на баффе-то. Хотя да, все ж по нулям, чему я удивляюсь. Набрал хп, опа. С этим, наверное, надо даже поздравить, да? Это ж потрясающе, если набрал КП. Там, глядишь, сейчас дела в гору пойдут. Главное только, чтобы без вот этих всяких вещей, типа в общую казну деньги складывать, вот это вот все. Очень странная тема. Очень много прямо людей из этого переругались, когда я раньше играл в Аркейдж. Где-то там, ну, прям давненько. Что-то не совсем здоровая тема. Все играют по-разному, поэтому... Сахаймус до 20 ранга. Да на самом деле, везде попробовали бить мобов в пустоши, в Эромийском хребте и даже на вот тут, на простых мобов в сокрытке. Вдвоем с хилом, при моем 4600, можно бить. Можно бить. Кое-как. Чит как рабство. В плане сдачи денег, а потом распределения. Да, это нездоровая тема. Так нельзя делать. Это работает... И то не очень хорошо в огромных гильдиях, где очень, просто очень много людей, и там это ДКП-система. Там все равно немножко по-другому. Там не весь заработок, а вот именно что с этих, господи, не с рейдов, как правильно. Ну, с боссов, наверное, правильно будет сказать. Кто по букте качался, а зачем? Ну вот, дальше 16-го, поскольку у тебя ферунды на этом моменте заканчиваются, нет же смысла прям вот качаться. Прям вот, ну, точно, плотно, побыстрее. А какой смысл? Там есть маленькие плюшечки, но... КГС 4600 сейчас.
прогрессивные сборы в кланам. По часам выставим ставку. Играешь час, тебе 5 голды, играешь 2, 10 голды. Правильно. А там потом еще проценты сверху, да? 3 часа уже будет не 15, а 16 голды. Ибо что это ты вдруг? 3 в день. Многовато. Почему не работаешь? Все правильно, правильно. Ужас. Страшный человек. Так. Во время страшного подлага я получил награду. И кошелечек. Еще и ромианка падает. Господи Иисусе. Банкир ГКП адекватный. Нормально все сходу. Не, ну это да. Понятно. На словах стратегия-то рабочая. Но всегда же кто-нибудь когда-нибудь найдется. Знаете, вот это вот стандартная. У нас просто такие истории были в гильдии очень давно. Стандартная девочка-хилочка, которая даже в войс никогда не заходила, и все думают, что ну она там какая-то такая вся из себя, стеснительная, а потом она бац, уходит с деньгами. А вот так получилось, что она в хороших связях там была, не знаю, с лидером клана, и как-то у нее оказался аккаунт, и что-то как-то угнала. Ну, бывает, да. Не такая история очень часто я слышал, честно говоря, поэтому у нас был такой гиф «Да-да-да». Поэтому вся тема с накоплениями в одной казне, это ненормально. Даже с девочкой-хилочкой. Так это вообще рабочий вариант. Был когда-то, но сейчас, ну, к такому уже никто никогда не поверит. Нельзя. Как лидера обложить данью? А с него кто будет дань собирать, по-твоему? Здесь же есть тема о политике. Эти всякие советники. Вот надо там кого-то тоже главного, да, иметь под рукой. Чтобы все удобно было. Паки провозишь, отдаешь там какую-то... там из 10 паков 2 отдаешь гопникам, как налог на таможне такой. Потом еще один следующий, понимаешь? Конечно, я посмотрю, который меня не заразит. Все правильно. Все правильно. Еще руки продезинфицировать. Блять, ты меня понял. Я сегодня сонный. Таблетку головы выпил. Сижу, плаваю просто. Что без дезинфекции не обошлось. А еще на ногах эти резиновые сапоги, чтобы мало ли что. Чтобы без статического электричества. Ну ты понимаешь. Кстати, у нас серия ХЗ, но пока что рано. А почему рано? Как это рано? Вводи рейды, никого не кикай. Я думаю, проблем не будет вообще никаких. Просто. Вот ты сонный. Не, ты чё, я к маске, ну, это практически уже моя часть тела, я к ней так привык. Не именно к этой вообще. Их рейдов мало. Может быть. Может быть. Может, мне так просто кажется, я в этом как бы не силен. Так, у нас сколько, в общем? Сейчас еще 5 мобов убиваем. Квест второй делаем. Смотрим, что там будет дальше у нас. Battle Pass хочу сегодня весь этот закрыть. Ах ты, какая страшная женщина. Быстро фармишь. Ну а чё, собственно? Милишники эти страшные люди. Дикий урон с бафа. Я считаю, это незаконно. Это надо бы, конечно, подрезать. Ну-ка, в клан-то дают тебе детские деньги? Льготный период? Так, не понял, какие детские деньги? Это уже, типа, преемника? Ну как это? Клан, да у тебя детские, ну типа, детские в смысле маленькие? Или, ну, деньги за ребенка? Не понял. То есть тебе нужен ребенок, который ты приведешь в клан, а тебе дадут за него дивиденды? Пиздец, блин. Страшный мир. Говорит, ты приемный. Но если бы меня отдали в клан, чтобы я фармил и приносил им деньги, я бы, ну, подумал об этом действительно. А пока я просто хочу пойти в любой клан рабом, чтобы забрать просто себе плащ и выйти. Я вступил уже в один клан второго уровня. Я был на 110% уверен, что плащ с первого уровня гильдии. Был, ну, вот прям максимально уверен. Нет, с третьего. И неделю без плаща, понимаете, на новом сервере, ну вернее, на новом персонаже. Без плаща, который дает тебе так много. Так много, лично мне, по крайней мере. 100 сноровки, это просто вторая жизнь.
Ну, как это еще назвать? Просто вторая жизнь. Тебе 70 левел чара, ты решил вкачать еще. Ладно, тебе клан платит голдишка, чтобы я девал его выкачал. Совсем делать нечего, получается, да? С налогом 60 плюс уровня. А, ну тогда, конечно. С налогом-то дело пойдет. А если 260 плюс, да, то там еще больше, как налог на владение зданием. Зачем чел согрел мобов? Или я согрел мобов? Так я умираю. Охуенно. Ладно. Ой. Но у меня 0 защиты. Что я могу сделать? Ситуация. О, тут наших бьют. Отличное место. Смотрим. Квесты 2 мы сделали. Открыть кошельки 20. Ремесленки. Убить членов другой фракции. 20 штук. Пиздец. А как? А я... Ну ладно, попробуем. Значит, кошелечки. У меня есть бомжа-кошельки. И почти бомжа-кошельки. Солидных нету ни одного. Все открыл. Так, эти штуки я пока оставлю на потом. Это наш сегодняшний заработок. Гара, либо я не слышал. Ты так помолодел. Правильно, правильно. А Гара тут был, напоминаю, примерно часа два назад. Вот буквально сидел, стримил. Ну, 5 лет, говорит, не слышал. Все верно, все верно. Так, поехали, девочки. Ну, фармить голды можно в день за 8 часов. Ой, я в этом вопросе совершенно некомпетентен. Я пока только изучаю ремесла. Вот хотел что-то придумать с этими, с минералкой, с пнями на севере. Думал, сейчас они вообще никому не нужны. Думаю, ну, в принципе, как бы, чё бы нет. Попробовать, знаете ли, чисто. Так что пока в основном это кошелечки всякие. Просто потому что выгодно. И вот эти вот сундучки. УР требует много, но и дают, сука, нормально. Для новичка, мне кажется, прям вообще топ. Ты игровой канал? Лично я нет. А вот мы, как в Советском Союзе, мы да. Мы да. На сайте куча всего. И видосы выходят, стримы выходят, новости, статьи, разные материалы, подборки. О-о-о! Потеряться можно. Третий квест сделан. 55 с добычи в казну. Нормально, ты, конечно. И кто уже согласился? Сейчас такой, ты. Так, опыт, ремесленная репутация. Где возьму ремесленную репутацию? А, женщина, а у вас случайно нет квестов на рик? Есть. Ты моя, ты хорошая. Берем. Третий, что там третий квест? Это же, ага, тоже берем. Все сейчас сделаем. Лекарство, давай лекарство. Это на дельфийку вроде тоже ремесленная репутация. Все берем, поехали. Сколько надо? Давай, мало. 30 порошочков. Прелесть. Порошок. О, цена на порошок упала. Понимаете, кризис. Даже порошок дешевеет. Свежие поставки, ты посмотри. Сколько порошка? А чем вы в столетние, в сотые летние, блять. Зачем вы в сотые летние? Ну, типа, хотел сказать столетние? Или сотые летние все-таки? Я не совсем понимаю. Куда больше 450к баксов? Нормально. Тогда, конечно. В Китае так, ну, в Китае там другая немножко тема, там много всего интересного происходит. А так у нас был соревновательный марафон, кто быстрее вкачается. Были розыгрыши железок. Кстати, скорее всего, при розыгрыше больше не будет. Там многие отписали. Вот. Давай новые игры. Не, новые игры тоже, безусловно, будут. Вот я, например, в ближайшее время хочу пойти в Enlisted поиграть. Там скоро выходит, ну, вернее, там еще без точной даты, будет 4-я кампания. Ну и среди шутеров, я думал, у Enlisted сейчас есть конкуренты в виде Hell at Loose. Ну, мы берем, ну, не слишком такой жирный сегмент игр. Он все-таки Battlefield, но это совсем другой уровень и колда. Что-нибудь попроще, есть только герои-генералы, которые сейчас загибают страшным образом. Hell at Loose еще хуже. Поэтому из простеньких фри-то-плей шутеров Enlisted себя сейчас чувствует неплохо. Planet Side 2, он еще живой? Я помню Planet Side, много наиграл в свое время. Кайфовая игра.
Хотя сеттинг, честно говоря, не мой любимый. Мне вот... Либо вот около Второй мировой, может, там Вьетнам, либо наше время. Но, может быть, немножечко вперед, как вот батла 1042. Но не совсем в будущее. Я к этим лазерам, ну, так отношусь. Не знаю. Я, наверное, еще со временем просто Quake и Unreal Tournament в это все наигрался. Поэтому вот как-то... А потом пошел Counter-Strike, и я к нему очень сильно привык. Очень сильно привык. Как тебе Аркейдж? Играл в далеком 17 году, потом забросил. То ли продолжать? Слушай, я играл, наверное, 16-й год, 15-й год. И потом на долгое время тоже закинул. Вот у нас еще был соревновательный марафон, поэтому вернулся, играю буквально неделю. Какого-то глубокого опыта нет, но просто... Че это вы мой микрофон видите? Тихо нахуй. Оп. Как так, чтобы вы не видели, подожди. Не то, чтобы это секретно, но просто так же красивее, если его не будет видно, правильно? О. О, нормально? А? Четко. Четко. И сейчас в игре с тех времен очень много, но все изменилось. Вообще все изменилось, кроме чертовых теней. Тени в игре все также отвратные. Так, в принципе, ну, прикольно. Много сильно упростили. Количество рандома снизили до каких-то невероятных значений. Там у нас также решает. Безусловно. Безусловно. Ну, опять же, если ты хочешь выбиваться в топ. Как же левитируешь? Да, нормально, нормально. Хочешь куда-то пробиваться? По-любому. Если хочешь понемножку, помаленьку развиваться. Ну вот, у меня сейчас прямый Сеоль. Это получается 300 рублей, 650 в месяц. Либо первый раз купил, потом за голду. Пока вообще хватает всего. То есть у тебя куча очков работы, куча ремесл. Ты как-то изучаешь вот это вот дело, чтобы, ну, узнать игру... С новой стороны, что ли? Потому что для меня сейчас вообще все как будто заново. Поэтому и прикольно. Но, судя по тому, что я вижу, хай-контент — это вот ежедневки и занятия ремеслом. Ну, там, у кого-то паки, у кого-то рыбалка, у кого-то любые способы заработка. Это и ежедневки. Ежедневок очень много. Активности еженедельные, ежедневные, вот этим все и только и занимаются. Ну, и аренки. Если тебе не кажется это какой-то дикой тягомотиной, ну, то есть... Своеобразная игровая рутина, если тебе, в принципе, вкатывает, будет норм. Даже без какого-то непосильного доната. Прем, Сеоль желательно. Мне кажется, без этого существовать невозможно. Вообще невозможно. Игра за Тиранскую Республику. Там лазеров нет, только плазма у ванну. Понял. Если я пойду, приму к сведению. Я видел маски клыками, как в песне когда. Не-не-не-не. Я шо вам, кей-попщица, что ли? А чем ты вова, гамачните? Может, это только стар? Хрень... Еще раз извините. А я же говорю, у нас был турнир. Был большой турнир. Ну большой турнир, громко сказано. Крупное соревнование. Двух якадзун, если быть точно. Мы соревновались, кто быстрее за 12 часов в лайве, естественно, на стриме, вкачается больше. Я за Миликали, товарищ Фемище за Мага. При том, что мы очень давно вдвоем и не играли в Аркейдж. Поэтому было интересно. Ну, типа такой, знаете, взгляд со стороны. Практически новички. Что-то знаем, но мало знаем. Есть еще один классик, он софт, может зайти пообозревать ботов. Слушай, я к Айону холодно отношусь. Меня в свое время игра сильно не зацепила, возможно, как раз потому, что я в него играл как раз на грани, когда выходил Аркейдж. А задумка у него была плюс-минус одна и та же. Есть две стороны конфликта, они между собой всегда враждуют. Там это Асмодиане и Элийцы, насколько я помню. Тут больше раз, но тоже две стороны. Так что и как-то там прикольные полеты. Там бодрое, динамичное PvP. Ну, как-то мне сразу Аркейдж больше понравился. Поэтому, когда Аркейдж вышел, я в него сразу и ушел. Но, безусловно, Айон Классик для фанатов, я думаю, стоит попробовать. Так же, как и Аркейдж Классик, если он будет когда-нибудь. А я на это очень надеюсь. Потому что я знаю очень много людей, которые прям очень тепло относятся к первым патчам. Там 1.8, даже может меньше, 1.0, вот эти патчи, 2.0, до 3.0, всем игра все нравилось. Сам лично ушел после 3-0, поэтому вот так вот. А тебе лучше получается. Получается так, ну так всегда. Так всегда. Игра сильно меняется, это кому-то нравится, кому-то не нравится. И судя по всему, кому не нравится, количество преобладает. Так, как и в БДО. Ну, в плане активности, слушай, наверное, почти в любой MMORPG, кроме сюжетно-ориентированных, это как финалка, может быть, Вовка... Вот, ну, других ММО будет все так же. Но понимаешь, в чем беда? Я человек, который, ну, не то чтобы фанат квестов, истории в ММО-РПГ, СВТОР, да, в
ту же копилку. Мне нравится, ну, нормально, то есть, к дрочу мобов, такому праведному гринду, не знаю, как в ПАЕ, когда приятно убивать мобов, и к PvP-активностям. И вот такого в тех играх практически нет. ТСО еще может туда же, в общую копилку. Диабло? Но я скорее говорю именно про просто гринд. Поэтому привел пример по Е. Никакой жанровой классификации нет. Тут это даже близко не стоит. Там просто реально очень приятно бить мобов. Очень приятно. По Е, как моба-дрочилка, потрясающе. Просто потрясающе. Тренеж. Ну да. По ориентированности много битья мобов. Вот. Кому такой концепт нравится, да, тем будет есть что тут делать. Как и мне. Я в эту финалку, что в Вовку, пробовал. С нашим главным редактором Александрой. Блин, я вообще не понимаю, что там делать. Ну, бегаешь ты по этим квестикам. Ну, какой сюжет? Я скипаю все квесты. Понимаю, блин, наверное, не надо. Бегу и опять скипаю. Ну, блин, что это делаю не так? И опять бегу и опять скипаю. Ну, привычка. Уже выработана какая-то. Не знаю, как это работает. Сам на Нейдж играл лет 15. Фух. Конкретно. Это ты, конечно, конкретно. Ремреп еще надо где-то получить. А, очки работы надо тратить. Смотря на кошельки, да? Нет. Получить опыт. Пошли бить мобов еще. Что-то мы с вами разболтались. Я что-то остановился с битьем. Так что такие вот дела. Это, к слову, к тому, если, ну, стоит и возвращаться. Что-то еще с сюжетом? Не, точно не сюда. Подраться. Тут все-таки, ну... Но еще важный момент, кстати, социалочка. Мне кажется, для русских это очень важно. Все эти скандалы, срачи с гильдиями, срачи с кем-то еще, срачи в гильдии, из-за чего гильдии, собственно, распадаются и появляются новые. Драться между собой. Это ж тоже прикольно. Это ж тоже все классно. Лучше для РМТ. Даже такое, знаете ли. Тут уж не скажу. Да и мы такое вообще-то осуждаем. Это же ломает полностью экономику игры. Любой. Лучше ММО это Майнкрафт. Блин, ну это, конечно, другая степь. Хотя, в школьные времена у меня был свой сервер, по-моему, по майну. Это было очень давно. Я в классе в 8-м, наверное, был тогда. Ты чё, продавал админки там, строил до домики. Ой, было время. Но очень давно это было, конечно. Так что отчасти зацепил я Hero Майнкрафта, но как-то и не тянет больше, честно говоря. Сейчас Diablo 2. Как друзья замутили. О, там гляну. Знакомился с моим врага в 11 лет. Начал с линейки, когда еще сервака не было официального. А были локальные по регионам, да? Судя по всему. Раньше так многие играли. Так, мобов моих тут пытаются, понимаете ли? Ну-ка. Это мы себе берем. О, фарм с фармной валютой за бакс. Я говорю, шмотку за фармную валюту, которая стоит реальные деньги. Это в Диабле такое? Ебать, серьезно? Жестко. Ладно, убивай. Там вроде какой-то хил бегает. А нет, это лук. Неважно. Пускай. Так, 20 тысяч опыта. Вот эти шкатулки мы пока оставляем. Потом разом все откроем. У эрок поднакопим. Посмотрим, что по деньгам. Там примерно по 15 голды с каждой падает. Что, в принципе, нормально. Угол вбей. Так это не официальная тема, да? Это игроками придуманные. Все-таки... Или все-таки от близов. Да, что такое было? Играл довольно долго, а потом линейка, но очень сильно изменилась. О. Тут уж я не могу поделиться какими-то впечатлениями по поводу линейки. Я помню, как все играли в Вовку, все играли в линейку. Но наша компания, сука, с Counter-Strike и Quake ни шагом в эти ваши MMORPG-шечки. Ну, потому что после Сеги, после... Что это сейчас было? После Сеги, после Денди, знаете... Пойти в компьютерный клуб и посмотреть, как стрелять с мышки в шутере вообще ничего не надо.
Это еще было соревнование. Кто лучше, кто хуже, командами собирались. Да какие вот эти ваши? Не-не-не. И до еще сколько-то лет, даже многие прям играли во все это дело, я как-то все еще это упускал, этот момент. А потом познакомился с Blood and Soul от GameNet. Увидел рекламу, она была очень на скринах похожа на Blade and Soul. А я тогда, ребенок, вообще плевать было абсолютно. И повелся, пошел в Blood and Soul и как-то втянулся даже. Проиграл сколько-то лет, понял, как работает MMORPG, хоть это и китайская. Это, если что-то не знает, это переделанная версия Lunk Online. Тоже был китайский, очень, ну, в принципе, своеобразный, но довольно интересный проект. Там куча разных было механик прикольных. Просто меня после брат, после Сеги и Дэнди познакомился именно с ММО. Ну вот, да-да-да, после Дэнди и Сеги, говоришь, это просто новый уровень. Для кого-то это ММО, для меня это было шутер, и я в новый мир. Потому что играть в Quake 2 на Соньке 1 с контроллера. Бля. Вообще. Ну, я помню, я так и не допрошел. Это очень было неприятно. Но пробовать, конечно, все равно было интересно. Это было так неудобно. По-моему, после того, как когда-то попробовал в компьютерном клубе поиграть в шутер, все, больше я шутером на Соньке не притрагивался, в принципе. А зачем? Соньки были файтинги, гонки классные, потому что после 2D эры Сеги и Денди, все, что 3D, ну, по крайней мере, спортивные игры, это было что-то с чем-то. Поэтому я в основном по гонкам был. Просто прячу деньги, как играть. Так же, как и игры с беткой. Там пока игра бетки, не платят налоги. Нет, шутер на Соньке, это Siphon Filter. Нет, ты чё? Шутера было очень много. Siphon Filter это пример хорошего сюжетно-ориентированного шутера. Их было, сколько я помню, три части. Вторая была, сука, еще на двух дисках, а это было для школьника очень дорого. Брать все, что... Лучше взять 5 в одном, на одном диске, чтобы три игры еле работали, четвертая зависала, а пятая работала. Вот... Вот 5 в одном это наш выбор был, конечно. Ну, потому что никто даже не думал, а вдруг они не будут все нормально работать. Чем больше игр, тем лучше. Понимаете? А так, из того, что помню, там же два Metal Gear были на Соньке. Что, в принципе, был главный конкурент с iPhone Filter. Была Квака. Была Радуга 6. Тактическая, кстати, очень крутая игра. Очень надо было все планировать было. Там ты даже особо не стрелял, все именно планировал в основном. Классные игры. Что еще было на? Медаль за отвагу, две части. Обычный Underground, насколько я помню, про Вторую мировую. Бля, потрясающие игры. Там даже какой-то был... Не то, что ассиста для шутера. Ну, знаете, там не то, что помощь, но слишком удобно прицел наводился на врагов. Возможно, как-то оно лочилось, если ты нечаянно его цепанул. Metal Slug. Нет, Metal Gear. Ну, что Сифон был играбелен. Это правда, там был, потому что лок на цели кнопочка. Если я не ошибаюсь, L1. Шутеры всегда были люди, что ускакивали из-за угла. Ну, все, а как без этого? А как без этого? Вот тут, на самом деле, поскольку игра соревновательная, ну, как любые такие шутеры, самое интересное, это было удивить противника, и когда он тебя удивляет. Поэтому да. Из-за угла, там выпрыгнул, там что-то еще. Кайф. Метагиз в дисководе при установке игры взорвался. Каву? Подожди. А как это? А, это, наверное, про 5 в одном ты говоришь, да? Дегтярев. Вот он какой. Полковник Дегтярев из Сталкер Зов Припяти. А я-то думал, когда тебя увижу. Просто платформер Metal Slug. Я что-то помню, но сложный был, по-моему, жопа, да? Майор, да-да-да. Майор Дегтярев, да ты что? Любимая часть Сталкера. Очень жду второй. Каким бы он не вышел странным сырым, очень хочу поиграть. Очень хочу.
Динокризис прошелся за день. Динокризис классная серия игр, как и резьба, как и, по-моему, Forbidden Siren был. Нет, это, по-моему, вторая Сонька. Блин, с хоррорами труднее. Там они как-то. Silent Hill был точно на первой Соньке. Блять, Silent Hill всался в детстве ужас. Еще эта головоломка с дебильным переводом. У меня был пиратский перевод отвратительный. Там-то головоломка в школе так и не была побеждена в свое время. Забав проседаешь. Да, же, эй, барабан не взял. Сижу, разговариваю. Вот это вот. Вот тоже, кстати, важный момент. Если вы можете, ну, в игре нормально сделан фарм, то вам это будет несложно одновременно что-то делать и фармить. Ну, по крайней мере, если вы бьете таких не сильно жестких мобов. Пришлось за 3-4 часа. Ну, это круто. Я даже, честно говоря, не помню длительность Дино Кризиса. Мне сколько не хватило-то? 10 ремрепы? Пиздец. Хоть иди траву теперь собирай. Синтез, следующий квест. Блин, плохой квест. Синтез. У меня деньги-то есть на синтез? 200 голды. Слушай, есть. А есть. А даже есть. Барри, хоть озовить. Твою мать. Серьезно? Ладно, ладно. Сейчас этот квест добьем. Пойдем что-то по синтезим. Потому что тут синтезить вроде бы нельзя, поэтому... Ух ты, там в кустах, смотри, стоит хитрец. Бум. Не гряданул, я даже не попал, по-моему. Мне здесь все запрещали в шутеры играть. Первая игра, третий герой, потом всякие эпохи империи, мифов, казаки. Ух ты, а как это? Интересно. Дота, херак, 5к часов. Бля, жестко. Это жестко. Ну, отчасти понимаю, у меня как-то тоже ушло довольно много времени на доту в свое время. 6000. Блин, так я посмотрю, вообще ничто, у меня всего 1500. И считаю все равно, что много очень. 5-6. Сумасшедшие люди. Я очень давно играл. И так, всегда на троечке. Ну, этот. Флейм танк. Плотный персонаж, впитывает урон, аур, хуяр, вот это вот все. Двенадцать мобов, да? Говорите, нам нужно. Лучше в кастомке. Вообще, главное, без самонов и кучи скиллов. Кстати, кастомки очень прикольная тема. Не именно в доте, а вообще. То есть, игры внутри игр. Как, собственно, и появилась дота. Как, собственно, и появилась всякие tower defense, которые потом в отдельные игры. Как авточес появился. Кастомки невероятная вещь, которая помогает развивать идеи, если ну, вы не можете сделать свою игру на Unity или на Unreal Engine. Очень классная вещь. Так что... У кого есть желание делать игры, нет возможности что-то придумывать в плане вот... Ну, настолько сложно запариваться, блин, кастомки ваш вариант. Какой-нибудь Гаррис мод, либо в Доте, в Counter-Strike, по-моему, даже есть. Там еще же недавно на E3 анонсировали какой-то... Какую-то вещь, какую-то игру, целый набор инструментов для создания игр. Нет, не на E3. О чем я? Вот на Gamescom, прям недавнем. По-моему, да. Как же он называл? Кто-то если вспомнит, скажите, пожалуйста. Не вспомню, извините. Но точно что такое было. Да, мы сейчас сидели, обсуждали это с Эфимище. Это точно помню. Больше у вас не хватает, нам уже дали смартфоны. Ну да, да, да. Кастомки, по сути, отдельные игры, спрограммированные на заимствованном движке. Ну да, все верно. Это очень удобно. Да и в принципе, если ты устаешь от какой-то игры, идеальный вариант отвлечься. Идеальный. Который делает игры? Да, 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 да. Вот на Gamescom ее показывали. Бум. Пошли сдавать, кританули, сейчас делаем остальные квесты. Если порыться в новостях недавних на Гохе, я уверен, она там должна быть. На Фортич, похоже.
Да, там какая-то была графика, вот стилизированное, вот что-то такое. Не очень такое люблю, но это очень недорогой вариант в производстве. Делается просто и смотрится не совсем страта. Ну, на любителя. Я не любитель. Вообще не любитель, но это уже другой вопрос. Это мы убираем. Это мы тоже убираем. Армянка вроде же как готовая имеется. Ну, такая. Так, сегодня что-нибудь попробуем пробудить. Правильно? Правильно. УРки есть. Деньги, в принципе, есть. Квест. Синтез снаряжения. Блин, а можно, интересно, это делать тут, в городе? Надеюсь, что можно. Если нет, тебе придется лететь в Мэрик. А, подожди, а зачем мне... Я же хотел свое просинтезировать. Ну да. Просто довольно дешевый вариант. Брать всякую срань и синтезировать ее. Вот она. У меня лежат уже всякие заготовки на будущее. Одноручники, тут кинжал, пушка лежит, щит. Это очень дешево и для квеста норм. Но поскольку мне надо самому это делать тоже. Сейчас давай наоткрываем 20 осенок. Вобьем себе. Денег должно, по идее, хватить, я думаю. Подожди, я вижу плащ. Я вижу 30 очков работы, хоть и жалко, но я вижу плащ. Так, где тут еще банки вроде были? Нету банок, все сожрал. Остались только у меня сегодня, ладно. Дай сноровочку. Дай сноровочку, плащик. Блин, еще один. Блять, парирование, блокирование на 5%. Не, ну как бы неплохо, конечно. Но у меня, по-моему, такой же был. Время применения, парирование, блокирование, да. В копилку к остальным плащам, когда уже будет свой нормальный. Жаль. Очень жаль. Тут у нас 4-6. Еще давай. Так, что будем с вами пробуждать? Ну, по идее, пузо надо. Пузо самый лучший, самый важный вариант. Пузо, штаны. Они дают много. Плащ из гильдшопа. Ты его точишь. Да-да-да, я понимаю. Но, поскольку я дурак, 7 дней назад вступил в гильдию 2 уровня. Я был уверен, что плащ с 1 уровня. Пришлось выйти, потому что плащ я бы не получил. И вот уже прошло 7 дней, я все еще без чертового плаща. Схожу самым обычным и хочу найти хоть какую-то насноровку. Вот такие вот дела. Сам виноват. Что поделать? Ну, блин, сноровки жить туго. Как жить же плохо. Так, значит, сколько у меня здесь уже есть? 4, 8, 10, 12, да? Еще давай. Так что он в такую вот ситуацию попался. Будьте осторожнее меня. Так. Еще две, да? Надеюсь, мне денег хватит сейчас это все дело вточить. Вернее, просинтезировать. Вточить слово уже неправильное. Сейчас в игре почти ничего не точится, блин. Так, камера, пусти. Камера душит. Что будем пробуждать? Смотри. Ну. Там вроде бы как интересный шмот с библы. Не знаю, когда я смогу в нее пойти, чтобы что-то там сделать полезное. Поэтому давай возьмем все-таки пузо. Ну, он, тем более, очень много опыта будет, я уверен. Так, оно. У меня вроде уже нет свитков 100%, правильно? Правильно, уже нету. Это чтобы не ломалось. Привет и здорово, стрелец. Вечер добрый. А, щела пробудить. Что, с первого раза? 10%. Легко, смотри. С первого раза. Ба. Блять. Ну, со второго, значит. С второго точно. Да, блять. Не, ну третий, чтоб на Верочку. Да, сука, еще и сломал. Еще и сломал. Какая гадость. Ладно. Давай. Давай, баночку, поехали. Подлюка, скотина. Не-не-не, давай. Надо. Сколько он требует? 25, да? Бам. 30% шанс, ну. В самом деле, будь человеком. Пиздец. Пиздец. А как? Алло, 40% шанс. Алло. Ой, ты с ссылками-то поаккуратней. Ссылки не надо. Что там было-то хоть? Editor Devil. А, игра та самая, видать, да? Или что это такое? Close.
Что-то можешь создавать. Похоже на создание игры, правда. Браузер, редактор для платформеров. О, прикольно. Хуже бы ДО. А сколько тут шанс-то? Подожди. Из 10. 45%! Ну! Слава Иисусе! Почти половина свитков ушла. 45 еще граву дали. Ну, грава нормально. 45%. Райт 2, ну... Вполне себе. Вполне себе. Хочешь, научу, поздняк. Ну, хоть сколько я потратил? Половину свитков. 75 штук. А что хотели научить? Гравы почем у нас сейчас? 140, блин, голды. Вообще 135, ну 100, сука. Это тут вопросик. 5% плюс 2 за трай. Ой-ой-ой. А в день свитков на один трай только. И в день? А разве не в неделю? Свитки, квест это еженедельные, насколько я понимаю. Там в день. А, все, понял, понял. Че, оставить или продать? Давай оставлю. Давай оставлю нормально. Че берем? Мне нужно... Мне синие вообще нужны? Подожди. Мне нужно устой от крита. Это зеленый, насколько я понимаю, да? Устой, здоровье, сапра... Можно вставить защиту в двуручное оружие? Кого, бля? Кого? Сопротивление, кого, куда? Здоровье в щит, ладно. Но вот это, так понимаю, устойчивость. Ну, устойчивость еще хоть что-то, да, дает? И все. Какой мусор, господи, я продам. Мне это не надо. При всем уважении, может, это мне это и даст? Но не-не-не-не, давай 130. Давай не будем цену демпинговать. Просто, чтобы она была первая в списке. Блять. Это некрасиво еще был с моей стороны. Это называется... Не умею пользоваться аукционом. Все еще. Все еще не умею пользоваться аукционом. 130. Все. Выставить. Нормально. Не пришел по вставкам граф? Да. Ну, вроде бы да. Продавай. А... Спасибо, спасибо, это понятно. Черт, недавно совсем видел везде эту игру, которая создается много разных игр, а сейчас вообще ни одного. Ну вот да, они же буквально новости были, куча всего. Че, давай, синтезируем. Сколько голд? Тридцатничек. Живем. Эпик. Еще и прокнуло. Ты же моя хорошая. Че у нас тут? Здоровье, что карту сила. Я пока, наверное, так все и оставлю. Это нормально вообще ли? Мне опять повезло. Хоть где-то мне везет. Хорошо. А еще раз можно? Не, нельзя. Ну, это было бы слишком жирно на самом деле. Стоп, стоп, стоп. Мне по-моему, надо две всего. Я одну туда оставлю. Сейчас вот еще будет квест на синтез, третий. Бам. Да, сделан квест, отлично. Слушай, ну, пузо знатное. Почему-то я сильнее, кажется, особо не стал. И по весу особо не сильнее не стал. Нормально. После дочки фартить начало. Ну да, да, да. Тески дети смогут проводить за видеоиграми не больше часа в день. И только по выходным. Но сразу, видать, уже настраивать на серьезный лад. Чтобы работали. Собирали там всякие себе железки. Вот это вот все важное и нужное, да? Синтез 10 штучек, да? И ремрепа 500. Нашел. Кор называется. Вот. Вот это уже оно. Еще блок, кстати, добить. 8 тысяч опыта. Тут у нас сколько? Тут 16. Лук качаем. Это же лук Т2. Ну, второй грейд после обычной армянки. Вот там даже на видосе по этому покору очень было много всего интересного. Там гигантская база уже есть, своя моделик. Удобный движок. Так что, кто вот думал чем-то заняться, но не хватает знаний или умений для чего-то серьезного и самостоятельного, там потренироваться, мне кажется, будет идеально. Просто идеально. Так, 4 штуки, давай так. Отличная искаженка. В легенде, она от эпиков. Ну да.
11-й Battle Pass. Еп. Кстати, я же могу взять свой тримаран. Еще вот уэрки. Вот так вот еще берем подарочки. А ну-ка. Опа, вот это ласточка. А подожди, он готовый? Он, это даже не рецепт. Он готовый тримаран. И цветки для заточки. Класс. Вот это приятно. Тут это приятно. Как этот ваш фаркейдж играть? Слушай, ну был 12-часовой стрим. Ты мельком глянь. В принципе, ну там прокачка. А можешь два стрима 12-часовых так, ну чуть посмотреть. Одного, один от мага, стрим от Эфемища, мой вот от Милика. В целом, в начале квесты, потом еще квест, потом начинается легкий мободроч, потом ты идешь на очень сильных мобов и их долбишь. А так, в целом, очень много жизненных активностей, всяких разломов, где ты добываешь важные игровые валюты, причем разными путями. Можешь сидеть себе на фермах, что-то выращивать спокойно, можешь заниматься PvE активностями, что-то фармить, можешь... Что там? Паки возить просто. Такие какие-то, знаешь, рыбалочка, паки, садоводство. Либо плотно фармить арену. Тоже вроде как способ заработка вполне себе. Ну, хотя, мне кажется, все равно драконов мало, но тут что-то даже продается, судя по всему. Много всего интересного. Точи пушку и 4 шмотки. Сначала для стрелки. Надо пока вот лук точить. Ага, хотел вот дрелика догнать. Хорошо, спасибо за совет на будущее. Но пушка у меня уже в максимальном грейде. Для этого мне рекомендовали сначала вставить хоть еще сколько-то граф перед тем, как... А, у меня денег уже нет. Ладно. Рекомендовали сначала вот этим делом заняться поплотнее, потом уже пробуждать. Иначе будет потом уже прилично дороже. А опять синтез, блять. Ты шутишь надо мной? Давай что-нибудь еще. А, понимаю, еще синтез. Ну тогда ладно. Тогда ладно. Дарам надо ставить, чтобы дешевле. Ага. Ферма с ПВП за кредиты в Арсельхозбанке получается. Ну да, в принципе, да. Так оно и есть. Слушай, а как вставлять до рамы, если ты пробуждаешь шмотку, она у тебя потом зеленая? Там буквально пару слотов для гравировок у нее. А как так можно сделать, чтобы они оставались? Или при переходе слоты не уменьшаются? Ну, либо если там уже есть руны, они остаются гравы. Оу. Понял, спасибо. Тогда спасибо. Блин, у меня нет хонора. Я вчера сегодня никуда не ходил вообще еще. Только домой недавно добрался. Что ж. У нас квеста сделано 7. Блин, у меня... Слушай, давай еще позаменяем синтез. Либо надо делать сейчас что-то синтез подешевле. А, подожди. У меня... Ну, давай тогда сейчас открывать. 7 штучек. Смотри, 7 штучек. У меня 44. Давай... Для полноты эксперимента. А, так нельзя делать, да, чтобы оно просто все сняло. Смотри. С нулем. 7 штук, это 700 ОР. За 700 ОР мы сейчас можем подзаработать. Так, где-то мой. Сворачивался. Так, мы заработали уже... 120, ну получается 11, 17, 38. Раз прокнуло неплохо. 14. Это на 7 у нас было, да? Это с каждого по 18 голды в среднем. Слушай, нормально. Вполне себе. А нору есть в Альдаутарена? Да! Она есть, но в нее почему-то... Но сейчас, может, эти пока людей стоит попробовать. Я сколько не пытался туда попасть, блять, вообще никого. Вот на эти арены за секунды находят на все. На вуаль никто как будто не ходит вообще. Все шмотные пета? Нет, еще нет. Видел, что он есть. Я себе даже специально собачку взял. Знатную. Солидную. Ля какой. Зовут Крякен. Потому что многоуважаемый пёсель. Он еще каким-то орнаментами. Смотри, какой хвост у него. Вообще. Чтоб не вот эти вот, вот эти вот интересные листья капусты у него вместо гривы вообще было бы хорошо. Но это уже другой вопрос. Может быть, если не будешь. Сенки, которые у меня тут валяются, да? Они где-то вроде выпадают. А я тут все, что частенько используется, либо выпадает. А, по-моему, не с котомок этих выпадают, если я правильно понимаю. На плащ тоже скопилось немножко вещей этих потрясающих.
Слушай, ну... 10 синтеза я бы смог сделать. Можно 10 синтеза, а не 20? 10 синтеза. Ну, наныл получается. Наныл получается, чё? Значит, 10. У меня есть одна, давай еще 9 штук откроем и вкачаем. Может, потом какие-нибудь мобы мне выпадут. А квест, ну и что мне надо сделать? Ремесленники надо еще где-то, блин, много взять. Я столько сейчас дня рождения не добуду. 6, 9, еще одну. Так, 10. Блядь, еще реликовская. А, был же совет пушку качать. А куда мне ее качать? Блин, точно. Блин. Слушай, ну тут статы растут тоже знатно. Которая дополнительная. Или пробудить, пробовать пушку. Давайте один трай ткнем. 10%. Да, легко, смотри. Легко. Ну ладно. 2, значит. Б. Нормально. Даже нормально. Заготовка. Можно улучшить рубиновый, кварцевый, янтарный, изумрудный. Да-да-да. Чем больше гравюр хотите сохранить, тем больше заготовок вам потребуется. Качай куртку. Да ты чё? Я зачем пушку пробудил? Чтоб потом деньги потратить на гравы, определенно. Зато урона будет много. Уже пушку, теперь да. А, можешь так. Шанс голды, да нормально. Даже еще осталось. Урона стало меньше. Но это пока, пока цвет такой. Нормально. Заготовку. О, еще одну дали штучку эту. С деньгами. Следующий квест, еще 10 синтеза. Ну, че, поехали, еще 10 синтеза, значит. Мне еще есть вроде эти синие. Потрясающие. Вот пузо мне надо пойти для стрелочки докачать, да, до релика? 6700 дает. Топ. Сколько у меня тут? 8, еще 2. Тут же в одной полоске 10, я все время забываю. Так, хотя, а меч красивый? А ну-ну-ну-ну-ну. Ой, хороший. Аромат какой-то с него еще. Ты посмотри, как будто уже недельку-другую в холодильнике я полежал около макарон. Блин, какая прелесть. Нормально, жаль, что было всего 4. Дальше опыт получить. Это мы можем. Это мы можем. Не, ну... Ну красиво. Был бы он еще красный. Ой, вообще. Там же, по идее, будет потом. Апы гравы. А это мне будет стоить сейчас дороже или потом будет дороже? Или как это работает? Или вообще плевать? Или работает от количества граф только исключительно? Красопеток, да. Это мой пёсель. Полтос опыт это немного. Любить члена фракции, мне, конечно, не нравится квест. Опа, тут красные тем более бегают. Хотя подожди, что там, сильные красные были? Там 1010 у нее, по-моему, да? Может, конечно, другую локу уже пойти. Не знаю, чем я здесь их бью. Здесь же просто был квест, а квеста уже нет, я его сделал. Так, камера. Деревья еще. Так, уважаемая черепашка. Ненавижу эти деревья, конечно. Фраги противки должен быть. Стрелого твоего. Так, сейчас эту синюю штуку ткну. Не совсем понял, что ты написал после этого, честно говоря. Так, вот я ее апну. Сейчас 4.2, а будет 5%, да? Даже без денег, просто уэр. Тогда понял. Бэм. Балдеж.
А, тут прямо написано про уровни. Ну, то есть, в принципе, лучше скипнуть, честно говоря. Смею сказать, не просто равного по силе, а еще и равного по уровню. Да-да-да-да, все-все-все, я понял. Спасибо большое за разъяснение, я уже понял. Я предлагаю его заменить, пока у меня еще 4 смены рабочих. Так. Получить 1000 хонора, но это выполнимо. Это даже можно полететь на сейчас местный ивент и за монетки взять себе 1000 хонора. Либо сходить на какой-то разлом. Честно говоря, на стриме, наверное, будет лагать им эта вся гадость разломная. Да и особо какого-то кайфа там нет. Хотя кровь сейчас оперочка обновились. Там же новые этапы в ней добавились. Следующий квест. 20 синтеза, блять. Уже сделали половину квестов при этом всем. Дальше у нас будет что здесь? СНки. Банки, наборы. Ой, зажорчик, это приятно. Еще СНки, свитки. Очень много кирок. Очень много очков работы на халяву. Очень приятно. Свитки. А тут... А, вот это что? А, это та самая банка. Либо с хонором, либо с тремесленной репутацией. Точно, хонор же лежит. Но у меня здесь не хватит. 100. И здесь по 50. Что, наверное, хватит? Да, тут 600. Нет, не хватит. Не хватит. Да, не хватит. Нет, подожди, всего мне хватит. Че, я... Щитовод, блин. 1000, а не 5. Я что-то смотрю, думаю, 5. А давай, если этого, в принципе, я оставлял, если что. Да. Тогда синий давай съедим, она место драгоценное занимает. Спасибо, Няка. Стример жутко невнимательный. А где Мупасан? А? Мупасан. Это какое-то... Это что-то... Даже не знаю, что это, честно говоря. Так, сделано. Еще 1000. Бля, теперь уже не хватит. Теперь уже, конечно, да. Ну ничего. На французском. Может, какие-то духи человек ищет? Может, какое-то необычное блюдо или какой-то, правда, аромат? Ну, вот это вот, кстати. Привилегированная аудитория, которая... О, да я только из Франции. Вообще, без смеха, какое-то похожее название, правда, было в супермаркете, когда я брал хлеб. Может, это какой-то багет специальный? Мопосан. Я, в принципе, в это даже могу поверить. Зачем я их бью, вот? Вот зачем я их бью? Это вино. Ляхрюн Мопосан. Чем-то украинским отдает, конечно, Ляхрюн Мопосан. Самой левой локи на севере. В новой, который? Нет, я там еще не был. Еще туда даже не добирался. Пока максимум это была сокрытая долина. И мобы вот тут, которые попроще. Да, там квест. А не подохну ли я там? Ну, смогу ли я его сделать? Давай так. Сама 10 яиц. Звучит. Кому? Сможешь. Понял. Значит, нормально. Сходим, посмотрим. Кирка пускай валяется. Банки эти пока уберу или оставлю. Я пока эти просто все еще доедаю. Обычные. Катер. Катер. Вообще игроки есть? Да, ну, как видишь, не особо много. Хотя вот только что был рейд. Нас переехали. Ну, не меня. Я там грамотно отошел. Вот они стоят. В безопасной зоне. После драки. Культурно отдыхают. На севере мы пока-то что, закончили? Для по ячеек. Чуть позже, да, может, прогуляемся с окрытки туда как раз. До этой твоей страшной локации. Плюс, наверное, там даже с Эфена будет ближе добираться. Там хотя бы ТП. А, не с Эфена, с бухты, с бухты. Точно, я пока... Путаю название, извините.
Так, эссенки пока лежат, они не особо кому-то нужны, стоят мало. А эти я пришел пока оставить, вдруг там буду этот плащ, не плащ, ожерелье делать. Урон, по-моему, уравненный. Это как? Это как на ресталище, что ли? Вот вам городишко с людьми. Стоят, что-то дерутся, что-то делают. Понимаешь ли? Даже я смогу убивать. А надо ли мне их вообще трогать? Этих мобов. Там квестов особо мне лично нет. Так. Так, что я хотел сделать? Корабль хотел свой посмотреть. Потрясающий. Так, нам нужен водоем. Нам нужен знатный водоем. Я же смогу, по-моему, снимать только у маяка. Да? Опа. Спасибо большое. Добро пожаловать. Спасибо за подписку. Неистовый. Два недельных квеста и ивент. Три раза в неделю еще. Про ивент что-то читал. Лично сам не был, но читал, когда выходил обнову. Че бегуешь? Могу камни. У меня же есть камни, да? Давай в две короны. Даже в избранное добавил. Подожди, это фактория. А мне надо куда? Мне надо факторию, правильно. Все верно. Все верно. Ой. Сегодня еще, напоминаю, что будет с 9 часов стрим по Final Fantasy. Другая MMORPG, которую наверняка все слышали и которая сюжетно ориентированная. Так что кому не вообще не вкатывает Арчага, наверняка она вам понравится. Будет Химера с ребятами стримить. Так, тут у нас, собственно, такси отъезжает. А я пойду, пожалуй... О, фрегат. Здоровая падла. Кстати, кто в курсе, я так и не нашел ответ в интернете про минеральную воду в... Или газированную. На все-таки минеральную. На обычных материках. Раньше, как я понимаю, можно было добывать по специальным сертификатам. А стояли тут бочки. Тут бочки стояли. И код перенесли. Ее нет. Вообще убрали полностью. Вообще из игры. Потому что она газированная. Да какая она, я что помню, что ли? Скажи, газированная. Украинская, мырненская. Она была точно. Это что такое? Так, вызываем ласточку, значит, новую. Куда бы его? Нет, тут она мне не нужна. Вот сюда давай. У меня, конечно, есть катер на 28 дней еще. Моршинская. Она. Только на севере. Понял. Да просто... Я-то видел на севере. Но таскать Сальфимара, Сангемара аж вот в эти локации, ну это издевательство. Раньше было все по-другому, все удобно. Так, а дали мне, чтобы поточить парус. Ой, тут еще столько всего. Это же все вес дает, да? Два гарпуна. По-хорошему надо все нараснимать, да? Чтобы она летела, ласточка, побыстрее. Тем более гарпуны, насколько я знаю, еще могут с тобой злую шутку сыграть. Подожди. А сзади остается гарпун в любом случае. Это ручной гарпун. Он, наверное, не особо-то нужен. 500 килограмм он весит. И никому уже не нужны. Понял. Ну, пока бегал по северу, пни еще нужны, минералка, да. Мало у кого там она. Так, вот это мы сейчас будем точить. По 500 это весит. По 500 каждый фонарь. Вы что с ума сошли? Как дорого. метров вооружение. Гарпун нахер. Вернее, этот, возможно, мы еще оставим. Чтоб спереди был. Это, честно говоря, вообще не вижу смысла оставлять. Это все, кроме руля. Говорит, не понял. Какой еще напердел? Самое главное, кто это сделал? Ну, получается, я ответ на оба вопроса. Такой никнейм получился. Ну, как-то так вот. А проветрить надо. Так, значит. Эти штуки по 500. Слушай, ну вот фонари я бы снял. При всем уважении, фонари. Тут ночи не то, чтобы сильно темные. Я знаю, есть классные фонари, которые тебя в инвиз уводят. Ну, вернее... Не прям уж в инвиз, а скрывает тебя с радаров.
Пускай это пока будет, хер с ним. Там уже посмотрим. Куда-нибудь на слот-то потом выкину. Так, мы точим. Сколько такие еще стоят? Это что, еще продается? Зеленый 80, нихера себе. Сломать, значит, нельзя. Троепоха 700. Понял. Понял. 15 голды! Ты че, блядь? Дорого? Какие 15 голды? Ты с ума сошел? Открываем еще 4, значит. Качество фадрения, невидимость на радаре. Да. Я об этом же. Нету R. Понял. Понял, принял. 180 есть. 180 это же что-то. Бам. Зеленый. Шанс 50. Бам. Синий, отлично. А, так цена не увеличивается. Вы подсказали. Я думал, сейчас будет плохо. Дали катализатор. Хера себе. Ого, он шанс дает. Нормально. Так. Эпик. Легенда. А шанс 50 так и дальше будет, да? И все еще не ломается. А уже катал, блин. Но у меня так все нормально, да? Ни разу пока не было плохого, но катал, да. Эпоха, подожди, а катал еще... Оно вообще ломаться не будет, что ли? Первая эпоха есть. Бум. Ага, все. Приехали. А еще раз. Бум. Вторая... А, и теперь же шанс ломаться. Ну, слушай, вторая эпоха меня устраивает. Будем честны. Нормально. Вполне себе, я считаю. 66% дает скорости. Как минимум, приятно. Его дали вообще уже готовым. Но сказать, не ломается. Уже понял. Уже все понял. Слушай, ну, как она стоит за ним. Ты посмотри, как ей трудно. Еще вертеть от этого. Бедолага. Так. Где этот потрясающий? А почему они тут осликами тут что-то делают? Я же его уже... Вот ос... Что... Чем тут они все появляются со временем? Не понял. Мне постоковый эр. Это да. Кстати, пока по розыгрышам новым ничего не известно. Ключиков новых пока что не дали. Поэтому мы сегодня сидим без них. Так уже посмотрим. Король, штурвал! Ты чё? Штурвал! А куда ты чё катал? Оружие запихи украшения сбруя. А шмот на пи-то точится или качается, синтезируется? Просто мне, ну, я его, конечно, не буду выбрасывать, да? Но не думаю, что мне пригодится в ближайшее время. Этот, который, он же не персональный, ну, естественно. Кто б мне что дал? Сначала синтезируешь, потом апаешь. Так. Нет, а заточка вообще обычно есть? Заточка? Или все сейчас в синтезе вообще? Качаются хотя бы паруса, уже спасибо на том. Не, вот блин, все синтезируется. Это вроде бы, с одной стороны, приятно, что теперь, ну, ты 100% получишь то, что ты хотел. Ну, в плане именно синтеза и цвета. Шанс остался только с пробуждением, как это правильно назвать, да, вот этим апом. Но там шмотка не ломается, она может, ну, она физически она у тебя остается, ты можешь ее восстановить. Раньше ты мог получить просто бруски всякого говна за то, что ты там пушку во второй эпохе взял и сломал нечаянно. Вот это была боль в сердце, конечно. За 1500 арена поинтов и, а за драконов, да, видимо? Есть топовый тримаран. Да, посмотрим. Я вроде его, кстати, видел. Вот он, да-да-да, боевой катер. Ну, это 1500, это вы меня извините. Это надо подфермить, чтобы выбрать. Что у нас? 4670. Да. А квесты? Синтез, да? Чертов синтез. Ремрепу, ладно, надо сделать завтра, послезавтра. Эти два мы оставляем. Вот синтез я бы, конечно, хочется заменить. С другой стороны, квест ведь ну, обойдется в голды, наверное, 10. Если делать, ну, может, 15, да? Если делать этого шмот синтезировать, который просто продается. Так что даже не знаю. Наверное, пускай будет. И так неплохо. А что, там же маршрутка приехала? Да. Да, нет. Нет, автобуса нет. Тогда пойдем на север, наверное. Искать эту твою страшную локацию. Ну, как искать? Идти в нее. Пробираться. Ну да, с бухты мне будет ближе сюда попасть явно.
Сюжетка у меня оборвалась в... Где это? По-моему, в Корвусе. Если я... Энигма в Корвусе же находится. Да, в Корвусе у меня квест. ТП из Миранопля. А! Ибрянхольдом? Или не, или это вообще не то? Миранополь. Миранополь. Пиздец, кого? Да. Да-да-да, сразу оттуда. Так, пошли тогда в Мэрик. На евро. А, понял. Как, кстати, дела на евро? Ну, в целом. А как там, по онлайну, по всему вот этому вот. Вроде как ребята говорили, ну так себе. Ну, хотя, опять же, для тех, кто не ищет прям постоянно PvP, мне кажется, удобно играть. Ля, какой уселся. Нормально сидит. Еще у этих ластах потрясающих. Онлайн норм, ну, самое главное в таком случае. PvP меньше. Ну, мне кажется, это так всегда было. Многим нравится PvE. Но, опять же, Аркейдж такая игра, знаете. Отчасти про PvE. Это оно? Эфенский парящий. Да, это оно, походу. А ну давай. Левая от штаба. Блять. Или нет. Или все в порядке. Сейчас посмотрим. Андрон Мих. Спасибо большое за фоллов. Добро пожаловать. Оно. Все. Просто Эфенский остров. Кажется, как будто... Ну да, я здесь. Кажется, как будто с Эфенхала. Сейчас все Эфенское. Так что, блин, красиво у вас здесь. Командор Минус. Что тут? А, вот, собственно, куда я могу полететь отсюда. Точка возвращения. Манороро. Что-то можно купить. Это то самое за то, что ты говоришь, да? Это просто про онлайн. Просто интересно. Мне кажется, с любой игры поубегали сейчас Final Fantasy, что она дико популярная. Когда вы старт New World, ото всех игр поубегают туда. Ну, какая-то часть. С какой-то больше, с какой-то меньше, потому что там, ну, такая. Не сильно PvE настроенная игра, поэтому PvEшники навряд ли прям побегут. А вот люди, которые любят PvP, наверняка, да, хотя бы пойдут пробовать. Кристаллы. Знак отваги продается. Печати вот эти, которые для прокачки этого, как это говно называется, ячеек, да, ячеек по 70. Но это они есть, да, это они есть. Я вообще этого пока не понимаю в плане... 3000 хп, кстати. Смешение времени позволяет вам заглянуть в будущее и узнать, каких высот вы можете достичь. Максимальный объем здоровья, урон при сражении с монстрами, эффективность исцеления повышаются, а уязвимость при сражении с монстром снижается. Ни хрена себе. Какое приятное место. Остаемся, мужики, здесь, походу. Домик тут можно строить? Нет? Очень жаль. Мне место уже нравится. То пока я бомж, очень приятное место, конечно. Так, а мне надо куда? Квесты тут вроде я не вижу. Вроде бы, да, квесты. А, вот раз, вот два, вот три. Я найти влево. Уже для чтения ник. На пределе. Оп, вот так, чтобы было видно. А он же в названии стрима. Ну там как бы лично мой никнейм. Опять же, тут в игре нельзя писать так. Так, ну давай, говоришь, налево сначала, но я бы все тут квесты облетел. Вот эта водичка, которая подергивается, это уже, мне кажется, фишка Аркейджа, как и тени. Весьма специфичные, которые... Что там происходит у меня вообще на голове, господи. Кепку сегодня надевал, когда выходил, он все, забей. Как будто месяц волосы не мыл. Так, а, СНки можно уже взять, зеленые, кстати. Писали, что их можно переделывать. Зеленые в синие. Кракен вернулся. Неправильно читаю. А! Это классика. Вот, это нормально. Без этого никуда. Крым, Украина. Вот это вот? Это похоже на Крым, в принципе. Ну, такой же. Это не полу, тут такой речушка отделяется, конечно. В принципе, да, вот тут примерно где-то Севастополь, да, вот тут Южный берег, тут Ялта, Судак там. Алуштое место хорошее, кстати. Блин, здесь, наверное, не самое удобное, судя по курортным
курортному пляжу горному, да, но в принципе нормально. Похоже, один в один. Хорошо летим, кстати. Ты туда что-то не сходила, надо было. Надо было. Из России, я из Украины. Просто как будешь. В смысле? Есть же универсальный способ упасть на нуи лицо вниз или отскоком. У меня еще есть молот, но, честно говоря, что-то у меня не всегда получается. Даже если я прям активно тыкаю. Не всегда получается. Хотя, если будет какая-то около тебя поверхность, то нормально. Если прям падать вниз и пытаться на землю молотом, ну тут надо прям как-то идеально выгадать момент. Иногда получается, иногда нет. Поэтому если падать куда-то, то да. Под мирка над квестом. Понял. Спасибо, спасибо. Благодарю. Что тут в корзине? Шляпа Левиафан. Это нормальная вещь. Нормальная. Это что еще такое? Интересно звучит. Кстати, у меня крылья-то всего 30 секунд остались. Так. Проводим нужные расчеты. Что по-корейски? Да. Что-то вот такое. Так, аккуратненько. Четко. Вот если так падать. Но на скорости я бы разбился. Ну, здесь. Мирка, понятно, где-то бы я не умер. Но вообще, говорю, так вот падать и пытаться молотом, не, это смертельно. Так. 3 сундучка со знаками культистов я получу за то, что буду бить чужие яйца. Блин, ну я сабантуй. Или как это назвать? Богохульник. Кто еще бьет яйца чужие? Ну, кроме спортсменов и всяких видов единоборств. Это понятно. Чего мы как-то не солидно едем? Где мой Роллс-Ройс? Белый. Вот это соль. Вот. Поехали. Аж глаза режет его цвет. Да-да, я понял. Опять эти коконы. На этот раз на каменных крыльях. Что за зараза? Не знаю, что не должен выпасть. Но пройти кто-то, когда мне не особо хочется. На ванпостах щита все. Всех полно. И воинов, и магов. А вот дворников не завезли. Придется справиться со своими силами. Понял. На крыльях. Наверное, визуально что-то будет какое-то отображение всего этого дела. Ой, аж тут же бинды не поставил под других петов. Так, ну не сюда, давай так. Точно не сюда. Вот это куропатка знатная. Еще в ремнях вся, та ты что? А вон, я, кажется, вижу крылья, да? Да. Кажется, это оно. Да. Стрелять с лука. Еще стоп. Кстати, мне кажется, тут можно неплохо дамажить, в принципе. Если ты лучник. Или стрелок, да? Ну да. Прямо, я вижу эти скалы. Ну, это как минимум логично. Если нет, то очень жаль, если это не оно. Золотая оранжерея. Мобы 32 уровня. Драконозмей. Просто драконозмей. Попробуем потом убить одного такого. Сколько минут атаки? Столько же. Угу. Параметры тут не возрастают. Тут именно здесь они как-то увеличиваются у меня, видать. Грибочки тут. Да ты что, райское место. Так. Внутри яйца, правильно понимаю? Кокон. Ну так это оно. Да? Это кокон? Нет. Это... нет, слушай. Все равно можно. Даже ФК удобнее, чем как-то так. Начинается вот эти мобилизации.
6. Слушай, ну нормальный квест. Это ж все, да? Ни с кем тут драться не придется, надеюсь. Нет, все. В общем, красный. Тул врага. Око времени. Это что вообще такое? А, это с этого, господи. Сокрытые долины. Этих мобов вообще беда. Это кое-как три. Еле убились. Все, все. Левел маленький. Понял. Понял, понял. Спасибо. Это ежедневка, да? Так. Шо у нас тут вообще? Эти вот банки, я вообще их не понял. Там дается в сумме около 600 очков работы. Чтобы 5 часов сидеть в игре. Я понимаю, для чего это сделано, чтобы удержать людей, но 600, 500 очков работы 600? Это смех. Хоть бы 1000 было. Так, а, чуть не пролетел. Крылья потрясающие. Глайдеры, ну, по крайней мере, которые я помню, были намного хуже. Я обычно был с красным драконом и с махаоном. Крылья просто потрясающие. Значит, иду спать. Ну, или вот так, да. Открывай, да, открываем. Бам, 11. Странное число. Мне кажется, рандом какой-то. Суслик, здорово, здорово. 22. Или фиксированное. 33? Фиксировано. 33. Ясно. Мы тут качаемся. Смотрим, что вот в игре еще происходит. От левела зависит. Вот оно что. Ну, на 33 я особо там ничем, видимо, не закуплюсь. Честно говоря, у меня там как-то, ну... 70 стоит каждая штучка, чтобы прокачивать вот эту всю гадость. Вдумайтесь, прокачивать ячейки для снаряжения. Офигеть. Это что-то с чем-то. Ну. Так, я помню, было прикольное ожерелье когда-то. Ну, сейчас есть, конечно, воина, вот это вот все, что делается с Даскш... Нет, это раньше был Даскшир. Сейчас, наверное, просто за знаки отваги. Снагашара давала тебе атаку. Оно прям... Прям для самых простых ребят, у которых это вот доблести. Амулет. Вот оно, кстати. А еще что есть? Арамейское. И крафт. То есть до эфена. Вот-вот, что там из этих надо? Слушай, ну 6 атаки и вообще без статов. Ну, честно говоря, как-то не солидно. Наверное, даже не стоит делать. Слово должен топ жарелка для ДД. Но это мне, наверное, пока что еще не скоро, да? Инстанс. Инстанс. Кстати, рубеж. С 8000. А, так нормально с 8. У меня 4600. Всего-то в два раза надо увеличить, и все будет нормально. Хочу побить местных мобов. Мне кажется, они будут дико сильны. О, еще коконы. Так, подожди. Так, стой. Так вот каменные крылья. Так я мог сюда прийти и бить коконы, да? Получается. Сейчас посмотрю. Удобный квест. Судя по всему. Так, у топов. Скорее всего, не у этих топов по экипировке, а топов по арене, да? Давай как-нибудь вот так вот. Кракен. Бам. Оно. Сила, доп урон, сила атаки. Пробив. Нихера себе дает. Будь здоров, конечно. Че дебавку это имеет? Так, а вот есть плохое такое? А, третий. Еще лучше, по-моему. Сила. Атаки, вынос, тактическая и доп. Урон. Сережечка. Но это серьга не с библиотеки, насколько я понимаю. Это какая-то другая. Кто-то еще пользуется. Угу. Два английского вклада. А-а-а. Все, понял. Тогда понял. Андрон... А, я озвучил Андрон Миха, его подписку. Все было, было. Не знаю, как и что. Боремся мы
с этими чертовыми алертами, которые работают через раз. Страшная тема. Непонятно почему. Но пока вот как-то так. Полоса сверху как минимум не подводит. Полоса работает постоянно. Так, товарищ специалист по Enlisted, что там, как там? Когда Тунис? Сушлик, рассказывай. Хочу новую компанию. Опять заново качаться. Опять этого, до третьего уровня вообще без никого, без ничего. Если бы не было топ-версию на ру, была бы топ-игра, тогда это было бы круто. Ну, какую-нибудь либо подписку, либо разовую покупку, либо классическую версию Арчаги. Там с каким-нибудь старым диким патчем, который очень долго бы догонял. Мне кажется, тоже было бы классно. Многим бы понравилось. Но тут уже, я думаю, какие-то планы у них по этому поводу должны быть. Что с крыльями? Скоро. Понял. Скоро так скоро. Тогда ничего нового. Так, за Rolls-Royce. Не, подожди, а где он? Это не он. Я ошибся кнопкой. Бегает забавно. У, какая подлюка с бровями такими, как будто из Вова, кстати, брови такие же огромные. При этом сейчас зашел к тебе на стрим, сколько ГС, какой класс? О, я маленький, 4600. Это у нас был соревновательный марафон, кто быстрее качается за 12 часов. И вот этого персонажа дальше развиваем, буквально неделю, наверное, играю плюс-минус. Так что такие вот дела. А, по классу сейчас потрошитель. Надо все ветки потихоньку выкачивать. Потому что, ну... Как еще знать, что тебе понравится, если ты пока совсем не поиграешь? Ну как? По-моему, никак. Евро по 5к очереди были на Buy to Play. О-о-о. Не, ну, стартовый ажиотаж, да. Я помню, был со всех щелей про это рассказ. Это правда. В течение недели двух скажут, когда будет ЗБТ. А, ну да, оно будет только у избранных. Потом через какое-то время появится ОБТ. Квест, сколько мобов? Элитные ромеанцы, сильные ромеанцы. Угу. Результат. Ну, для относительно новичка. Да потому что прикольно во всем разбираться. Когда ты очень долго не играл в эту игру, прикольно во всем разбираться. Так, 198 тысяч. Давай попробуем. Только надо, наверное, немножко под контроль там было у человека. Бо! Бо! Так, не ломай меня. На всякий случай. Перестраховываемся. Но нет, в этой локе за какого-то этого уравнения мне прям нормально живется. Я попал? Я не попал. Недельный квест. Понял. Слушай, ну... Под бафом бить можно. Плюс еще без этого, без неистовства. Кстати... Интересный вопрос. Этот параметр, он меня усиливает в процентах или на численное значение, которого я просто не вижу? Если я сейчас защиту себе собью в ноль, у меня будет защита и сопрат этого бафа какая-то или нет? Как вы думаете? Можем попробовать. Няка, если хочешь, пойдем. Тоже попробуешь тут это. С песнями, да, вообще было бы хорошо. С голды где-то 120. Ну, я не знаю. Ну, надо пробовать. Сейчас активирую эту штуку. Ох, сейчас лицо мое треснет, я боюсь. Смотри. Так, ну много урона, много, надо хилиться. Так. Тут просто тема в чем? Именно сейчас настакает на себе баф. А, подожди, а он уже спал. А, я не успел убить его за баф, потому что не тогда в жопу. Я их и не буду успевать убивать, скорее всего. Бух. Так, тихо. Спокойно, молодой человек. Спокойненько. Ну, в принципе, бить можно. В принципе. Нужно подняться. Угу. Здорово, ботфейкер. Здорово. Притянул бы есть норм. Но эти вроде не сильно дикие. Ты по туда даже не мог. Так я что-то пешком добрал. Че пешком? В Мэрике, в центральном городе, прямо сюда порт. Вот сюда наверх. Только что ж показали, да.
Так. Не вставай. Не вставай. Ага. Промазала, походу, чем-то. Надо жить. Успел свою гадость на меня еще набросить, конечно. Ну, в принципе, это реально. Кошельки есть? Чешуйки, треснутая чешуйка какого-то очка. Понял. Понял, понял. Тоже неплохо, наверное. Фанатик культа. Это маг? Интересно. Не похоже. Нет, такой же, как и те типы. Неуязвимость. Алло, Вив. Молодой человек, я извиняюсь, конечно. А что с вами? Какая неуязвимость? Хуй черт, посмотри на него. Так не договаривались. Ой-ой-ой. Промах. Блять. И я его не замедлил или что? Так. Подожди, что происходит? Почему нет замедления? Я поставил дурацкий эфирунт. Я думаю, что не работает-то. Ну да, оно замедление, в принципе, не вешает. Ну я молодец, конечно. Тут будет сильная скорость передвижения, да? 6 секунд. Здесь сколько времени? 4 секунды. Слушай, так мне, наверное, это даже будет выгоднее. Мне плевать на урон, эта штука все равно особо не дамажит. Абсолютно. Уже нужно будет. Спасибо. Тогда не зря. КД 18 секунд. Дальность 12. КД 18, дальность 22. Так, тогда... 10 метров. А, это вообще в радиусе работает, смотри. Кстати, тоже нормальная тема. Наверное, даже лучше, чем моя. Жизни поменяй. А что тут? 8-5 секунд. Тут, по-моему, дальности. Тут, да, тут до 12 метров, тут дальность меньше. Я только поэтому брал. У них хил все равно одинаковый, а разрыв и комбо со станом все равно остается на месте. Тэпаться надо у командира. Ну, либо так, либо пешочком. Я же правильно все сделал, да? Ну, это так должно сейчас работать? Замедление есть. Это что такое? Есть замедление. Почти цель не замедляется. Важный момент. Дальность 17 метров, самая дальняя. КД тоже 18. А, нет, нихера не самая дальняя, подожди. А, сноровка уменьшается на 600. О, слушай, так это вообще грязная какая-то тема. Давай сейчас попробуем. Крылья или плиты памяти. Вот тут в крыльях есть квест, который как бы нужен. Я сейчас нахожусь, по идее, в лагере щита. Так, смотри. А, я это должен говно кастовать. Я понял, я молодец. Я как всегда, чат. Как всегда. Ой, ничего. Вот. Нормально не может быть. Работает, как я думаю. Да, я уже понял. Нормально. Да. Успею его убить, или он сейчас убьет? Нет, я должен убивать. Так, важный момент я упустил, конечно, да. Поддерживаемое умение написано. Мгновенное. Вот это вот, которое в радиусе работает, мгновенное или нет? Радиус действия, мгновенное. КД 36 секунд. Очень много. Это очень удобно. Но для пачек. Для пачек Кракена же убит. Это сервер Кракен, ребят. Сервер Кракен. Не убийство Кракена. Тут пока бьем бомжей в новой локации. Скажи, блин, а я-то думал, что-то серьезное. Для Кракена пока, наверное, мне рановато. Ну, фармить пачки этим бы явно было бы круто. Так, у меня есть на... А, мне что, мета на ману, да? Хоть прожрусь. Пока до этого возьмем этот, раз только дальность КД пойдет, я думаю.
Так. Он упал даже. Уже приятно. На этом этапе. Хилимся аккуратно. Блять, как больно. Молодой человек. В самом деле. Какая грязь. А у меня ничего нет. Что я неправильно сделал комбинацию. Опять на грани. Что ты будешь делать? Ну, блядь, по-моему, пикантные булочки, если еще их не все съел. Это няка. Здорово. Вот, собственно, с этой мадам мы прошли сады. 3500 и 4600. Тогда вот 4500. Тихо. Здорово. Здорово, здорово, здорово. Ну, сейчас да, ну, стой, давай я барабубен поставлю. Сейчас мы серьезно, как бы. Танцуй. Опа, все. Ты раньше не знал? Тут работает именно так. Если кто-то около барабана танцует, ему дается тоже баф сверху. Ну, из этих, из обычных танцев. Ну-ка. Куда ты собрался? Угу, потрясающе. Не, ну под песни вообще хорошо, конечно. Танец только фирешный танец. Понял. Вот если я к нему туда сейчас зайду, на эти корни, у него будет неуязвимости. О, новый кошелек, кстати. 120 очков работы. Пиздец. Это много. Надеюсь, он дает много. Сколько писал товарищ Форекс, если я правильно понимаю? Не вижу. Вау, спасибо. Повторил. Около 8 голды. Все еще в таком случае намного эффективнее вот эти вот шкатулки с Battle Pass. Но их же и количество ограничено, тоже надо понимать. Че, по опыту, кстати, я упустил. По опыту, наверное, нормально. Топово ли это в игре? Это вот уже... Вам вопрос, уважаемые. Не. Угу. Какие топовые? Вар садов матери падает. Ага, понял. Ну-ка, откроем один. Смотри. Бам, 8 голды. Да, так оно и есть. Не, ну это как минимум неплохо. К минимум это неплохо прям. Что у меня по воровству? Почти левел 3. Пока по профессиям, честно говоря, даже не знаю, что качать, чем заниматься. Пока кошельки слишком выгодны, чтобы этим не пользоваться. Плюс... Воровство еще качается за открытие эссенций. Поэтому без него вообще никак в принципе. Там тоже ребята фармят. Так. Слушай, ну, главное, что мы их тут убиваем. Поэтому подфермить успеем на квест. Хорошо. Знаете, шхун в игре. О, это, кстати, древний способ заработка. Насколько я знаю, там нужно исследование. Которое раньше было... Ой, как трудно качать... Том торговля или рыбалка? Ну да. Исследование. Во-во-во-во-во. А на них, видимо, эффекты длятся меньше, да? 100 тысяч для топ-ящиков. Которые с шансом тоже выпадают. По-моему. Кстати, прикольная профессия, но таким на стримах нельзя заниматься. Знак культиста. О, так эти штуки еще и выпадают просто с мобов. Возьми себе. Ни хрена себе. Так это тоже нормальная тема. Так их фармить. Конечно, шанс, видимо, не сильно большой. Но, опять же, мы их очень медленно бьем. Ну, опять же, все под наш ГС. Но все равно. Падают, но редко. А, все-таки редко. Спасибо за информацию. Нельзя, чтобы они контроль дольше лежали. Угу. 14, 8. Ну, так пробиваем. Я скажу, даже, наверное, идет пример как в этом Сокрытой долине. Вот, Сокрытой долине.
Там тоже не очень-то приятные мобы. И станет, и какую-то еще гадость, и эфиры кидают. Ой. Ну хотя бы убиваются. Я еще говорю про обычных мобов, не про элиток. Элиток не. Элитки это пока слишком рано для нас. Очень больно с ними драться. Тем более, если 2 на тебя загорится, все, вообще забей. Не тот пока уровень. Мастер 400 000. Опыта в хера. Шанс где-то 0. Это что такое? Это как когда-то раньше выбивали рецепт на этот... На пиратский корабль, необходимый для создания фракции. Как раз ставила... О, я апнулся. Спасибо. Я в чат смотрел просто. Благодарю. Угу. Считай, я почти попал, ага. Так, ну смотри. У меня ж посох есть. А пушка-то изменилась, надо теперь опять поставить. У меня ж посох появился, точно. На манку. Кайф. Все, регеним стоим. Это хп, не то. 400 000. Нормально. Там рейд. Да на самом деле мы пошли чисто... Ебаный свет. Я думал, Алдуин нападает. Так что тут хотя бы чисто попробовали. Почему бы и нет? Ну тоже верно. Сражение ежи, старт лагеря водопада. Это не наши, да? Это не те ребята. А может как-то это вот тут работает? Поиск группы? Другое, Монтис, другое. Как узнать, кто у них лидер? А, Монтис, это оно. Заявка. Да. Да. Отлично. Это ж на них, я так понимаю. Ну-ка, пойдем. Пойдем в толпе немножко полагаем. Они квест нам идут-то хотя бы? Да. Или нет? Нет, это другой квест. Блять, это что за квест? А, это идут. А, идут. Лаковые делают. Блять. Ладно, мы хотя бы один сделаем, уже нормально. Квест сверху. А, отсюда, я понял. Ты не взял его, да, я туда даже не ходил. А стоило, как оказалось. Чат убираем. Давай просто так сделаю, чтобы нас особо не это... О, значит, еще и здесь теперь есть. Это еженедельный, а ежедневный вот тут один только, да? То есть, есть еженедельный квест в Сверкающем побережье, в Корвусе, в Пирамидском хребте 3 квеста. 2. Да, на обычных, на элитах тут. И еще 2 на босса, в сумме 4. В Академии не знаю, в Бухте не знаю. И тут вот еще получается 2 и 3 ежедневный. Пиздец активностей. Да, на боссов там этот. Какая-то свинюка и дерево. Умер от нее уже разочек. Я думаю, что там интересно, такой тип стоит квестовый. Ага. Все за 2. Ну, рейдом, да. Ежедневный. Ну, кстати, да. Все, наверное, просто с ума сошли столько фармить. С другой стороны, если это процесс не сильно напряжный, ну, знаешь, каким-то лучком стоишь себе в кайф с автолутом, какие-то фильмы смотришь, то чоп и нет. Тут уж вещь такая. На 30 мобов. Ну да. Это все тоже на армянскую экипировку, да? Или на что там? А, нет, эти же сундучки. Эти как раз занимаются уже для прокачки ячеек. Да там много всего, в принципе. Так и стоим. Далее пойдем на Кирин. Парни, что такое Кирин? Срочно в чате расскажите. Что такое Кирин?
Да процессоры, я знаю, есть такие. А, нет, подожди. А, да, процессоры. Вместо Snapdragon. Но это, кажется, не то. Маунт. Понял. Понял. Мобили сундуков. Так, а чем это... Это, видимо, босс какой-то или что? Топ-маунт. Его можно выбить, видимо, или что? Или как-то так. Значит, зачем на него ходить? Либо мобы выглядят так же, как он. Потому что здесь, по-моему, с новыми мобами сильно уже не запариваются, судя по тем, кому видели. В этих вот локациях все старое, все переделанное. Реколорнутое. Нет мобы. Понял, спасибо. С кошки маунта можно выбить вроде. Ой, это даже я помню. Это какая-то классная кошка, у которой самый большой неуяз в игре. Потом она апается в тайфуна, по-моему, или как-то так. Такая... Пантера с молниями, в общем. Так, кто принес нам пивас? Hearthstone Cheers. Нормально, уважительно. Свой еще бездны боевого пета. Кстати, на удивление, на прошлом стриме ходили два раза в бездну, или на позапрошлом. И два раза две ведьмы выбили. Ну, то есть, каждый заход одна ведьма. На удивление. И еще и посох сверху мне упал. Второй не взяли для Ниоки. Раньше я помню, чтобы этот посох выбить, не знаю, столько раз ходили, столько выбивали. Процентов падает. А, да? Наверное, шансы поменяли, просто потому что, ну, нахрена так много фармить? Ну, то, что вообще особо-то не актуально, да? Чувствуется вылет. О, бывает. Да, вижу вне игры. Еще что прикольно, тебе не тикает с рейда, если ты вылетел. Ты еще в ID зайдешь и будешь все так же здесь. Что очень удобно. Блин, слушайте, нам походу надо потихоньку закругляться. Извини, что сегодня такой короткий будет поток, но потому что там дальше ребята с Final Fantasy. А еще, сука, я опоздал, понимаете? Очень неприятно. Если не кикну с трейда. Ну да, 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 да. Это понятно. Курить на свой канал стримить. Ой, с Арчагой, наверное, нет. Там... Часто контиалисты проскакивают, всякие еще индюшечки, я такое люблю посидеть, повтыкать. Даже бывает не новая игра, тут все-таки, знаете ли, самое свежее, самое новое, первый сок, либо то, что всем интересно. В КВИЛе скажите. Угу, хотят. Кажется, Няку скоро кикнуть, судя по всему. Угу. Опасно, опасно. Ктонка упала. Бэм, давай 10 голды. Сколько? 8-20. Не, ну, тоже как бы норм. Думаю, для новичков кошельки пока это, наверное, самый удобный вариант. Наверняка далеко не самый выгодный, но вот эти дельфийские котомки с Battle Pass и кошельки... Прям для первого этапа развития будет более чем достаточно. Там уже потом кто на фермы, кто кому что нравится. Можно, наверное, паки даже на четырехместном тракторе начинать возить. Просто потому что, ну, он дается по квестам. Делается, вернее, по квестам. Не совсем дается. Ну да-да-да, это просто очень удобно. И совмещает одновременно и гринд, и заработок. Дальше, конечно, наверное, да это и надоест наверняка быстро просто фармить безудержно. Чем-то хочется интересным заниматься. А интересы у всех свои. И благо тут профессий много. Наверняка, конечно,
Не все актуальные. Даже, наверное, большинство не актуально. Шнычков, упаковка топ. Ну, кикнули, блин. Правда, а кинь заявку, кинь заявку. Все там же. Мне кажется, тут должен принять. Ты вот насчет Поковозки, которая вроде бы всегда в этой игре была актуальна. Ну, когда-то лучше, когда-то хуже, понятное дело. Мне кажется, многим просто может и не особо нравится. Даже, наверное, рыбалка повеселее. Просто помню, я щупал так чуть-чуть. Очень давно. Конечно, ее наверняка тоже все изменили, но... Даже это, наверное, будет повеселее. Но тут уже... Она запаривает просто. А поковозка такое что-то? Более Ты про поковозку говоришь. Понял. Год возил. Так если прибыльно, знаешь, ну как-то... Трудно с этого слезть, так скажем. Если и прибыльно, и все хорошо, но надоедает. Угу. Уровень профуи. Раньше, насколько я знаю, рыбачить в море вообще нельзя было. Или там, река, озеро. И пока ты себе не набьешь то ли 40, то ли 50 тысяч рыбалки, продавалась из-за этого премиумная удочка. Может, сейчас продается, не знаю. И ты стоял сутками просто на авто вот этой рыбалке. Кучу-кучу рыбы пока не выловишь на 50 тысяч проф. И там еще... Опа. Со всем вот этим и делом. В море выходить было бесполезно. Плюс там еще разные удочки надо что-то крафтить. Разные ачивки специальные. Там шапочки. Костюмы какие-то надевать. Сейчас можно. На один барказ словить минут 20. Конечно, немного. Паки вести тоже дело не быстро, если на тракторе. Потому что я никогда особо не было этих скоростных болидов, вот этих всех, как они там, мопеды, мотоциклы. Там еще какая-то Нива появилась 4 на 4 за коллекцию. Вообще красота. Чтоб за город ездить с семьей, Трек какой-то громкий. Проф, ты 5 минут фубарка словишь. Ну, как стимул. Но опять же, в море всегда тебе могут поймать за жепу. Так что некий азарт тоже присутствует. Либо ловить в озере. Но я думаю, там будет все намного хуже по деньгам. Ну, как и с паками. Либо по мерке возить и получать меньше, либо вот в PvP локации будешь больше получать. 30 минут и выхлоп больше за такое время. Ну. Тогда уж каждому свое тут просто. Тебя в пати-то взяли, Няка? Блин, видимо, нет. Все-таки не принимают? Засанцы. Чтобы повторить часть Аркейджа. Ой. К сожалению, это 24-й год. И я думаю, возможно, что-то еще будет откладываться, потому что это очень крупный масштабный проект. Возможно, 24-м, возможно, даже 25-м он выйдет. Надеемся на лучшее, но мало ли что. Плюс, пока он будет у нас в СНГ, пока он доберется до локализаторов, что-то мне кажется, это будет тоже Mail.ru. Но это 25-й минимум. Понимаете, еще? Ну далеко. Ну да, А2 прям далеко. Там же в сентябре BNS переезжает на Unreal Engine. И уже доступно в Корее BNS 2. Скоро тоже можно будет опробовать уже у нас. Ну там, на Европе, не у нас, конечно. Надеюсь, без ограничений всяких вот этих вот. Иначе с VPN-ами париться. Это мобилка. Ну да, в принципе, да. Она же играет через эмулятор, там фирменный, Purple. Так что да.
Второй раз подряд вылет был. Ну тогда да. Тогда, конечно. Понял, спасибо за инфу, буду дальше чилить под стрим. Да не за что. Обращайся. На самом деле, можно еще всякого по этому поводу нас на сайте почитать и на форуме, я думаю, там уже есть всякие догадки, мнения, что когда выйдет, где выйдет. Те самые Red кинули. О, уважаемо. Там вроде очень любят русских. Да, даже баны были, если ломиться на Корею. Вот с Европой, может быть, ситуация получше. Ну хотя тоже не факт. Там по IP банов тоже хватает. Типа ждите, ждите у себя. Не лезьте к нам. Неру игроков. А какая-то же была ситуация с какой-то игрой, где прям вот не любили на Европе. Ну опять же, да. Вопрос с VPN. Если пробуешь так просто, скорее всего, скажут нет. Нельзя. Тот же, по-моему, Arcane Unchained, он в Стиме есть, да? Европейский. А, вроде тут только европейский, насколько я знаю. Он же в Стиме есть, но для региона, естественно, его нет в Стиме. Ограничения. Во-во-во-во-во-во. Вот я об этом же. Вэл 2 баня, знаю. Вот, тоже интересный вариант, конечно. Че, может гонять показать второй квест, раз такое дело? Как думаете, есть какой-то смысл? Раз тут вот такие вот вещи. Так, это мы жрем. Очки работы нам лишние не помешают. Проделаешь аккаунт и ставишь старую страну, видимо, из Европы. Но у тебя есть в Стиме. Слушай, насколько я знаю, изменение региона в Стиме — это очень непростая вещь. Мне пришлось ставить VPN даже на телефон, чтобы поставить себе другой регион. Локосков 9. Поэтому, в принципе, пора закругляться. Да, сейчас мы это уже добьем с ребятами. И по-хорошему, да. Вот визуально очень нравится финалка. Количество контента феноменальное. Количество фан-сервиса, всяких вот этих интересных маленьких деталей. Даже с постройкой домов там столько всяких классных заморочек. Невероятно классное. Но, блин, я как видел там PvP. Если не знаете, оно там урезанное. У тебя даже скиллы другие. И вся панель в два раза меньше. Ну, это же сделано для балансировки, поэтому там скиллы другие. Но, да. Это очень странно сделано. И опять же, я так понимаю, сильно особо популярность там это и не пользуется. Все уходят. Понял. Уезжаем. Тендеры все уезжают. А мы на этом заканчивать будем стрим. Хочу идти в финал. Да, это ведь, как бы это ведь важная часть контента. Как вот без нее? Давай отсюда уйдем, давай уйдем. Тут страшно эти. Так, красивый танец. Наконец. Опа, исполнил. С феечкой, да? Че у нас там? Че там не пишет Химера? Типа, ты че, давай! Давай, там это... Меня бьют? Нет, все хорошо. Так что, уважаемые дизайнеры, мнение сейчас. Тут уже просто время поджимает. Поэтому я извиняюсь, что сегодня так коротенько. На днях будет побольше. Там уже посмотрим. Угу. Всем спасибо большое, что пришли. Пока что Аркейдж более-менее вкатывает. Интересно, что будет дальше. Вот. Так что хорошего вечера. Далеко не разбегайтесь. Дальше будет Final Fantasy. Кто-то может, кому интересно Арчага, не знает, чтобы еще податься. Вот, посмотрите, возможно, вам понравится. Всего хорошего и до скорого.